Всем привет, с вами Комаров Виталий. Вот прислали чехольчик для моего телефона. Вот он. У него фокус в том, что чехол магнитный. Сам чехол начинает потихонечку разваливаться. Вот они начинают ломаться все эти края. Я хочу заменить его. Вот для чего я и приобрел вот эти вот магниты. Не знаю, сейчас вот распечатаем пока чехол, а там что получится. Так, вот она посылочка с нашего Алиэкспресса. Я вчера на него уже поднял спор. Сегодня продавцы говорили отказаться от спора. Чехол. Продавец посылочку. Продавец вежливый. Пока все доводим. Сейчас посмотрим, что у нас здесь. Что и как. Ссылочку на этого продавца ставлю под видео. Вот такой чехол силиконовый. А вот он и не он, вот это я уже не знаю. Сейчас померим. У меня Samsung A7. Так. Ну. Чехол вошел. Как родные кнопочки работают. Кнопка выключения, динамик открытый, кнопка включения, выключения. Ну, все работает. Кнопки закрыты, включение, выключение. То есть здесь звук закрытый, а здесь включение, выключение тоже закрыто. Динамик открытый. Ну, вроде сидит. Неплохо. Буду теперь еще экспериментировать. Попробую вложить сюда магниты. Будет держать, не будет держать. Не знаю. Все, спасибо. До свидания. Вот такой вот чехол. Подписывайтесь на мой канал.